Что? Засранец долбанный, нифига ты не царь. Посмотрите, что он сделал. Говно! Чувствуешь свою вину вот за вот это? А? Чувствуешь или нет? А рожа-то какая наглая. Это что за свинство в уличной одежде? Где привычка раздеваться всегда, не пойму. Миша, свинтус, свинтус. Короче, вы поняли, да, что я сегодня всем раздала пилюлей для профилактики. Давай, давай, шевели. Пейте без остановки. Напитки из черноголовки. Мама, включи. Ну, руки есть, пульт бери и включай. Хочешь что-то сделать? Сделай это сам. Вот и все. Посерединке надо нажать. Ну-ка, фу! От коза! Нифига себе, момент я подсняла! Вы видали? Это что такое? Что за поведение, блин? Вы что, сегодня все решили меня доконать? Ужас. Что это за поведение? Кто кота кусал? Ему что, нельзя в коридор пройти теперь? Это что за злая собака? А? Чё, Смоки? Опиздюлился немножко, да? Для профилактики тоже прилетело. И от меня, и от собаки. Красивая вода морского цвета. У меня даже по такому случаю стакан в тему с черноголовкой. В общем, я всех послала и сказала, что пошла купаться. Часок меня не трогайте. И да, у меня не ПМС. Ребят, не пишите мне, пожалуйста, что нужно Смоки выдрать когти. Типа операционно. Я уж не настолько ебанько выдирать коту когти. У меня на этом, на этот угол будет висеть когтеточка его в скором времени, когда мне кто-нибудь туда присобачит. Потому что это единственный угол, который он облюбовал. И раз он его уже подрал, в любом случае, я его закрою когтеточкой. Но когти ему выдирать я точно не буду. Подъем. Подъем лапу давай. Будем тебе выдирать вот эти вот когти. Подумаешь, Смоки, вообще ничего страшного, заживет. Скажи, изверги просто. Просто изверги. Что творят, что творят? Никогда. Ну не подмазывайся, не подмазывайся, не буду я тебе когти выдирать. Вот они, пескушки, сладкие ватрушки. Били-били-бушки. Самые популярные в последнее время сообщения в моем директе. Откуда скатерть? Хотя я ссылку давала и даже пост есть на страничке. Откуда плед? Хотя я тоже рассказывала.
Если я что-то покупаю через Инстаграм, ну, в основном я всегда делюсь ссылками. Всегда. Вот. Ну, раз уж я тут на пледике. Вот, кстати, постелька. А еще раз расскажу, что это уже не первый мой плед и не первое постельное белье из вот этого магазина. Первые свои комплекты я брала около года назад. И вот этот плед у меня лежит в зале. Ему уже где-то год. Но он идеальный. Смотрите, какой классный. Мягкий, красивый. Вот этот плед новый для Михаила. Тоже очень мягкий и красивый. Ну, как поняли, серый цвет мой любимый цвет. Нравится он не только Михаилу, но и котику. Постоянно тут тусуется. Так что сохраняйте полезный контакт, чтобы потом по 1000 раз не переспрашивать. Сейчас еще на скатерть ссылку оставлю. А вот это вот великолепная скатерть со стразами. У меня из магазина скатерти на заказ. Ну и, конечно, покажу без фильтров, как она выглядит. Прикольная. Хотя я раньше, короче, вообще скатерти не любила, а эту как вот застелила стол, и так она у меня и лежит. Солнышко!